Привет, друзья! Мы в Маргау. Какая неожиданная встреча. Шучу, конечно. Это все спланированная акция. Доброе утро! Акция спланированная. Ты уже сказала, куда мы едем? Я еще не говорила. Ой, не могу. Слушайте, а я маску забыла. Друзья, мы едем в Хампе. Собирались вначале маленьким коллективом. С Илоной. Много доксов у нас. Вот. Собирались с Илоной. А пошли покупать билеты Саши и Илона. Хотели на слипер-бас купить. Сейчас все объясню, почему вот так вот все получилось, почему нас так много и почему мы на поезде. На слипер-бас пошли покупать. И агент говорит, который продавал билеты, говорит, сейчас очень сложно с этими слипер-басами. Во-первых, по дороге там на границе, это же граница штата Гоа и Карнатаки, делают тесты, останавливают автобус. И по приезде всех, кто приехал на автобусе, в двухдневный карантин. Обязательно, прямо строгий сидеть, да, вот там надо, 2 дня. Вот. И, говорит, отправил 4 русских, они приехали, их заставили сидеть в карантине, они сказали нет, взяли такси и уехали. А поезда, вот так говорят, не останавливают, поэтому мы купили билеты на поезд. Угу. Потом, значит, Катя и Молли. Да, давай, лучше я подержу. Тоже захотели. А потом уже и Кристина, и Саша, и Виски тоже захотели. И, в общем, Саша пошел, еще им купил билеты, и теперь нас вот так много. Вот. А эти Ромео и Джульетта взгляд друг от друга не отводят, просто смотрят. Боже, какая трагедия. Нам, по-моему, будет не до Хампи. Да? Вы тоже без происшествий, все хорошо? Отлично, да, отлично. Единственное, наверное, может быть, мы с вами будем в разных вагонах, потому что вам-то билеты позже купили, вагон был другой. Сейчас узнаем. Отойди английского просто. А я сумка. Что хочешь? Так у него там кормом пахнет в сумке, он вообще этого не пустит. Я смотрю с той стороны, не пойму, чего Илона с курткой разговаривает. Ну я еще с полупросонья. Конечно, в 3 ночи проснулась. Да ну прям, я, наверное, с 12 проснула. Проснула. Это нормальная реакция, да? Или так? Конечно. Да, ну он такой, да. Защитник. Виски хватит, все. Виски. Бренди. Молли. Какой мужик? Да. А, да. Ну, он такой, да. Драконит его с утра. Мы привлекаем всеобщее внимание. Смотрите, там девочка такая в шапочке чудесной, как волчонок. Местные в теплых шапках. Very nice. Зима, последний месяц. Молодец какая. Молли. Дай Молли. Не боится, да? Вот в Рамбуле дети вообще боятся. Ага. Нет. В Дели вообще не боятся. Подходит им полуруки, откусывая виски. И ничего. Все равно продолжаю. Виски, ты монстр. Ну, зато в Грузии вообще собак хватает. Вот таких маленьких шпицов. У них это нормально, чтобы красть собаку. Там вообще с рулем. Приезжают какие-нибудь турки.
схватят и все, увезут. Да? Если писки вот так вот не кусал, то вообще давно укрывали. А куда их увезут? Да, ну, к себе домой, либо на продажу. Не едят хотя бы? Не на шашлык? Нет, нет. Покажи. Такой на шашлык даже смешно. Что там есть? А, хорошо. О, мне маску. Мне муж тут от щедрот душевных выдохнул. Это моя говорит. Да-да. Ребята вникли в мое положение, что я за 2 года не смогла привыкнуть к масочному режиму. Какие вы молодцы. Что-нибудь купите в поезд, потому что мало ли будут, не будут кормить. Вкусненькие такие, как места. Значит, у нас 9-й вагон, у них 6-й вагон. Сколько километров? 352 километра. Сколько часов? How many hours? В 2:30 приедем, 6 часов, да? 7 с чем-то. Утро? Часов. В 7 утра отправляется, в 2:30 приедет, возможно. It means 50 kilometers one hour. Да. Вы знаете, что в Хамбе, да? Это в Хамбе такая колесница, да. Она на 50 рупиях. Что? Она на 50 рупиях. Это же колесница. О, вот это я не знала как раз. Сейчас будем рассматривать. Сейчас добудем 50 рупий. Марио. Что значит Марио? Ну, художник. Да? Знаменитый. Вот ресторан, все время работает. Хороший, кстати, ресторанчик. Дешевые цены, там все есть. Это посылки. Ну да, вот это видишь знак постпочты. Красная с желтыми полосками. Аккуратно с этим всем обходятся. Матгаун. Идем такие, как тень. Тени друг друга. Город Маргао. Станция Матгаун. Все логично. А город Маргао. Отъедешь тут на километр, и будет тебе Маргао. Замерз. Замерз. Садись, иди на свое место. VIP. Спасибо. Сейчас утро, друзья. Поезд у нас будет в 7 утра. Такси мы заказали, 2 такси к нашему дому. 4:30. И вот на 2 такси сюда доехали. Вон можно позавтракать. Индукционная плитка у него. Доброе утро. Девятый тут, 6-й там. Ваш 9-й, ваш 6-й. Вытирает руки о подоконник снизу. Ой, какая прелесть. Да, да. Лучше не смотреть. Ирод, вы были правы. А у него еды что? На 6-й вагон. А что тогда он меня ругает? Его надо поругать. Да. У вас 9. Там есть идли, папа. А сколько стоит? They have идли. Yes, yes. You want idli? How much omelet? 40 rupees. 40 рупий. See, very cheap. It's not a Taj Mahal hotel. Don't worry. Я не знаю, но ты это такой дурацкий. Better eat in the train. Just take a parcel. А у тебя есть свой хлеб? Ручкой все. Ручкой все. Парсел, парсел. Идли, вада, самбар. И я беру один омлет. Это не варам вала. Сколько? А у тебя? Да.
Все на столе. Ребята, главное, вы не смотрите, как это готовилось. Блин, это вообще... И как это лежало, как это обслуживалось. Сразу отпадает любое. Как это развидеть? Как теперь это развидеть? Как это забыть? Why he can't put the mop? То вот вытирает иногда об эту тряпку, но тряпка это просто вообще беда. Люди будут это ходить с чаем, наверное, в поезд? Я не знаю, я не знаю. Если они захотят ехать, так, хорошо? А сколько стоит Идливада? 15 Идливада. 50, Идливада 50. Штучка 50? Нет, Идливада, там набор и самбар еще. Есть? Вот, Идли, Вада, самбар. Смотри, тут две или три Идли, одна Вада, самбар, и это стоит 50 рупий. Ну, во всяком случае, выглядит чистенько, чистенько, неплохо. Тут есть вот такие вот конфетки, мармеладки. Вот такое. Глаз спешл. Голд. Голд. Ну да. Золотые конфетки. Типа сувенир. Все, хэппи? Все с едой? И там вот такой вот пёса. Такой вот пёса тоже. Блогерство это заразно. Заразно. Конечно. Остались у нас только Катя с Виталием без блогерства. Я еще не открыла канал, но материала много. Да, к компромату. Ребята пошли в свой 6-й вагон. Ну, говорили, что будет смог. Нет, это не смог. Ну, в общем, санрайз, да. Рассвет. Ну, как-то туманно все равно. Саши его накормить хочет, а этот денег просит. А может, ему выпить? Да. Ну, покушал, кто-то накормил. Maybe. Chair number 9, 60, that's right. Да не, пошли, пошли. Мама, нет, нет. Уже полон, потому что он с Васко да Гама едет. Ты чего кричал? Это наше место, верно? А вот тут три. Ours, я. Два, три. Тут три. It's ours. Какие ваши номера? 2, 3, 5. Нет, он их спрашивает, какой твой номер. It's ours. Ну, может, они без билетов просто едут. Все, поехали. Надеюсь, наши ребятки свой 6-й вагон нашли. Они нам встретились? Они зашли. Я видела, как они. Угу. Ну ладно, хорошо. Мы сообразили, что они в 6-й зашли. Да. Так, на тебе, папа, омлет. Папа, омлет. Yeah, honey water, yeah, honey water.
Пани вода, пани вода. Пани вода, пани. Он с утра, который подходил. Понятно. Он его хотел покормить, а тот говорит, нет, давай денег. Ага. Веселенький. Жизнь налаживается, наладилась. Нет. Так. Добыча, Молечка, Молли, Молли, забрал тебя Саши. От виски. How is Davis виски? Very fine. Сходил, навестил. Привет, Молечка. Пошла такая вот доверчивая. Как тебе путешествие в индийском поезде? Редкая собака путешествует. А я тоже не собака, я домашняя кошка. У меня жена лопомы есть. Которые не спускают с рук. Да? Детеныш. Детеныш. Вот без виски она совершенно вот такая, как статуэтка. Сидит спокойно. Как только виски, боже, что они творят? Они утром к нам приехали, скакали, прыгали. Воды, говорит парень. Воды ей, говорит. У них все есть. У них есть с собой тарелочки, и еда, и вода, и в туалетик. Она прямо у нас собралась под диваном в туалетик. Да, да. О, ты, боже мой, как это... Он говорит, думает, что это кот. Кот?
Слушай, неужели у них такая же, такой же аншлаг в вагоне? Не совсем обычное явление. Помаши ручкой сверху маме. Оттуда уже с полочки. Хорошо, ты полезешь на полочку? Так может перекинуть туда? They put something, maybe. Ага. Чтобы время зря не тратить, вот сижу, монтирую. 4 часа ехать? О, я все успею смонтировать. Хочешь ням-ням? Ты можешь там на подножке песню спеть вот так. Это очень, да... Сейчас очень популярно петь песни на подножке. Саша, держи. Папа, let me go, Тора-Тора. Посмотрю, как она песни поет. Наш ковер цветочная поляна. Наши сосны великаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, е-е-е-е-е. И это будет мантра. И это да. Будет наша мантра. Точно. Е-е. Дай чипатику. Вот нейм. Докла. Докла. Дхокла. Вот. Давай. Да, софт, софт. Угу. Такая, как будто бы булка, смоченная в воде, в бульоне каком-то. Ну, вкусная штука. Будешь пробовать докла? Докла называется. Ой, спасибо, Ирин. Я, чай? Наверное... Да. Орегано. Чай. Пани. Так ты до надежды.